начнем с того, что я много лет слежу и за театром, который возглавляет Юрий Александров, за замечательным, интересным театром «Беликон», театром Санкт-Петербурга опера, наш большой друг. И мы знаем, что каждая почти постановка является событием культурной жизни. Вот и сегодня, можно сказать, это событие, поскольку в обиход культурный вводится классика, новый спектакль, для нас новый. Мы знали, что существует этот спектакль, эта опера, но никогда не видели и не слышали. И большое дело сделал Юрий Александров, вводя это произведение в культурный обиход. Как всегда, изобретательная режиссура, выразительная, с культурной мизансцены, очень импрессивные, такие яркие, прекрасные исполнители, с ними большая режиссерская работа проведена. Но я не могу скрывать, что опера мне показалась с дефектами некоторыми, а именно она мне показалась несколько более примитивная, чем я предполагал. Немножечко прямолинейно, что ли, в сюжете. Но режиссура великолепно справляется с этими проблемами и делает зрелище интересным, привлекательным. И спектакль смотрится и слушается. Много хороших оркестровых эпизодов. Оркестр, по-моему, очень подчеркивает выразительность этой музыки Доргомышского. Могу только сожалеть, что в дальнейшем в своем творчестве Доргомышский отошел от номерной системы, перешел к речитативам. Здесь он показал себя в нескольких номерах Ариоза, арии героев, в хоровых эпизодах. Показал большим мастером. И повторяю, что дальнейшее было не развито им, а перешло к другим композиторам, которые считают Доргомышского справедливо большим русским классиком. Я могу только сказать спасибо коллективу Санкт-Петербурга опера за этот героический переезд, можно сказать, за прорыв блокады очередной. Пожелать больших успехов, новых, в которых я не сомневаюсь.